Аист имеет особое место в азиатской культуре. Это символ новой жизни, семейного благополучия, мудрости, долголетия и связи поколений. В его образе заключено послание мира. Бренд Кубао – это виски из Китая, произведенный в провинции Хунань. Она с трех сторон окружена горами и холмами, где располагается национальный природный заповедник. Это коридор миграции и зимовки для аистов. Все это и послужило символом, на который опирались создатели бренда виски Кубао. Это бренд собственной торговой марки компании Ладога с китайского завода Люань Гуалон, который заслуженно найдет своих почитателей благодаря мягкому, сбалансированному аромату рождественских специй и спелых фруктов, перетекающие в нежные нюансы фруктового вкуса, цитрусовых нот, ванили и меда. Чтобы познакомиться с этим брендом и его вкусом, для вас специально в описании я оставлю ссылочку, где вы сможете его приобрести. Крепкого вам здоровья, до скорых коротких встреч!